В Брестской области в тестовом режиме заработало мобильное приложение, которое выключает музыку в наушниках при приближении к железнодорожным путям. На расстоянии менее чем за 70 метров блокируется любой медиа-контент, который проигрывается на телефоне. В частности, музыка перестает звучать на девайсе за 50 метров. После звучит оповестительный сигнал, чтобы человек обратил внимание, нет ли приближающегося поезда. Мобильное приложение, оно семейного типа, оно позволяет в том числе и родителям видеть местонахождение своих детей. Вы видели на практике, что когда человек слушает музыку, он отвлекается. И это мобильное приложение напоминает ему о том, что он приближается к особо опасному пешеходному пути, находящемуся на ЖД-переезде. Приложение призвано снизить детский травматизм на железной дороге. Пока оно доступно только на операционной системе Android.